Приветствую всех на канале Андерс, а если вы еще не Андерс, то советую подписаться на мой канал прямо сейчас, а сегодня у нас топ-1 в Battle Royale в Counter-Strike Global Offensive. Итак, поехали. Недавно у нас такое дополнение добавили, как Black Site Battle Royale. Это один из, по крайней мере для меня, лучших режимов CSGO, потому что Battle Royale для меня вообще сам по себе интересен. Так тут еще и карта сама по себе маленькая, и всегда все динамично, да плюс тут еще и техника оружия. Мне очень нравится. Это тебе не какой-нибудь там этот PUBG, в котором фиг понять, какая физика оружия, если ты стреляешь по противнику, а в него ни одна пуля не летит. Ну как-то не по-человечески, господа. Вот вам в пример CSGO. Годная игрулечка. Приземляемся мы, конечно же, на парашюте. Только тут разминочка. Вон снижается еще один, только мы в него вряд ли уже попадем. Что там, гранаты там какие-то взрываются? Ну-ка, давай поиграем с тобой. Опа. Если нынче кто-то есть, он с кем-то перестреливается, а давай на кулаках его, давай. Опа. Кто-то хочет получить по щам, да, у нас? Капздец! Вот так всегда в Battle Royale. На одного напал, другой тебя обел. Ну не по-человечески. Ну нечестно. Тупо таймик не свалил, не словил. Тяк. Вон там кто-то с кем-то перестреливается. Бочки летают. Ну обычная ситуация для Counter-Strike. Один другого убил, а я добил. Я же в воздухе по тебе стрелял, убил или нет? Ну где-то там. Вот такое у нас красивое потухание, и начинается игра. Найс, 12 игроков, мне прям самое то и надо сейчас. Давай спускаемся. Для топ-1 нужно все. Мало количество игроков, игроки сами должны быть раки, я должен быть не рак, все должно быть хорошо. Это что? В смысле, подожди. Он для чего-то нужен, я не помню за... Ну чё, подожди, что это? О, это турели! Я думал, это там, я помню, были какие-то эти... заложники, но я не помню, я не знаю, что с ними надо делать. Ну ты отнесёшь их тебе за эти деньги, что ли, тут или чё? Я турель согрел, она спала себе спокойно, а я разбудил ее. Теперь мне кобздец. Пока ко мне никто не зашел в гости, я должен все по максимуму быстро собрать. Ну конечно, мне же кроме тайзера-то больше ничего и не надо, как же по-другому-то? $900. Мне даже на... О, можно юз купить. Смотри-ка, давай закажем. Пусть хоть что-то приедет. Иначе у меня вообще ничего нет. Почему я здесь, например, что-то продать не могу? Тут меня так делать. Опа! И все. Он заряжается? Я первый раз в жизни вижу, чтобы Зевс заряжался. Он обычно всегда выпрыгивает. Лол! Вот это я понял, годнота. Вот это я понимаю, они исправили. Конечно, годно. Да, ко мне, мой хорошенький. Блин, тут турель стоит. Вот, подождите, здесь я помню, игрок был. Оно реально заряжается. Я могу еще раз шандерпнуть? Нет, не могу. Может, потом будет глюшитель, потому что мне это не очень нравится. Зевс заряжается! Да где такое видано-то было? В какой КС? Вот это я понимаю, чудеса. Вот это, конечно, похвально, что они юз... О, этот Зевс научили заряжать меня. Это аж удивило. Так кого? Его же с него я не знаю. Ну, дистанция это слабая. Подожди, вот если я сделаю. Он кому-то груз бросил, по идее. Подожди, вот радиус показывается, если где-то кто-то поблизости есть, а поблизости никого. Есть только вот сзади игрок. Так, я к ним приближаюсь. Так, соту на эти себе означены. Ты кому-то ведь груз полетел? Побежали за ним. Сука. Подожди. Давай втихаря, чтобы никто меня не слышал. Глушитель это самое то, что сейчас надо. Если бы патончиков побольше. Да убьют же так. Быстро, ну! Мани. Далеко, слушай, он летал-то, походу, далеко игрок-то, который заказывал доставочку. Ну, я бы еще бы груз заказал, но что-то стрёмно мне. Ну, давай закажем. Боеприпасы, может, броню. Давай шлем броня. Надо куда-то деньги тратить. А смысл? Просто
как они будут лежать. Ну вот куда я смотрю, никого нет больше. На дрон за мной летит, вряд ли его кто-то особо видит. Так, он перемещается очень быстро и хладнокровно. Зона достигает меня очень быстро. Может, если этого игрока покемпирить немножечко так? Подожди! Куда ты побежала? Найсово. А здесь что у нас? Господа. ТК язык? Нет. Все-таки с юспом играть. Он ко мне не побежает, видите, что? Ему все равно из зоны придется выходить. Смотри-ка, а нет. Отсюда дрон вылетел, смотри-ка. Опа. Еще один игрок. Побежали хотя бы поубиваем. Хе. Смешно. Ни хрена. Никого не слышно, жаль. Сука, ой, бля, больно, нахуй. Уйду. Отступаем. Не прятайся, мне не нужен, мне топ нужен. Так, с этого стрелять я точно не умею. Поэтому уходим с юспом в закат. Чё покороче. 7 игроков. Пасек. Тоже 7. Да. Хотя нет! Я считаю за пасеку. Потому что в пасеке двое было. Есть сколько хз. Приближаюсь к опасному сектору. Ой, как страшно-то мне. Вот дурацкие пчеловоды, конечно, меня бесит. Может, он по одному где-нибудь ходит, господи. Как же страшно! Может, мне на одну уйти? Подожди, а зона достигает? Блин, я хотел коробочки забрать. Бля, поздно уже. Пить боржоми. Подожди, а зона так не идет. Уходим. Кстати, здесь чем уже зона, тем не увеличивается количество урона от зоны. Это, кстати, очень хорошо. А то под конец пубга тебя там чуть ли не четверть сносит. Если не больше. Бывает это тогда? Хорей его осматривать. Опа. Так бы сразу. Так, может, что вызвать? Вот он позвал этого дрона, а кобздец ему. Шприц. Ладно, давай. Еще один нужен. Все. Кто патроны так наглую жрет? Другое дело. Что за фокус, блядь? Три игрока, три врага, сука, топ нужен. Стой. Ни хрена, что он я. Слушай, а конечно, я не даже какая-то физика своя, если он в шланг, в стоп врезался, это реально прикольно сейчас выглядело. Слушай, где? Вот там в той стороне есть. Неподалеку стоит. Три врага осталось, да. Три врага, три мертвеца. Фу. Что мы с тобой делать будем? Дружище. Здесь патронов у меня осталось. И здесь 5. Въебнутые. Что мы с таким количеством потом сделать? Хоть дрона не вызывай, но это очень палевно будет сейчас. Ну, пойдем попробуем тогда, что ли его открыть, не знаю. А если заменить?
Тайны.